Увертюра из оперы «Похищение из Сираля». Thank you.
что сегодня состоится второй концерт из фестиваля. Правильно говорила, когда представили наш концерт, что Моцарт начал очень рано писать. Он начал в 11 лет, он написал оперу «Асканио ин Альба» и «Локо дель Каиро». Они были сразу на итальянском языке, он очень любил итальянский язык, хотя, конечно, его родной язык был немецкий. В самом деле он писал только три оперы на немецком языке. «Бастен und Бастен» — это ранняя опера. А потом «Похищение Сераля», которое в оригинале называется «Die Entführung aus dem Serail». И опера, которую мы будем вам представить чуть-чуть позже, это «Волшебная флейта». Да? Даже называть это оперой, те оперы, которые он написал на родном языке, да, это неправильно, они не оперы. Они больше похожи на то, что мы сегодня знаем как мюзикл. Почему? Потому что они назывались тогда «Зингшпиль». То есть игра и пение. Да? Что значит? Что были диалоги во время, да, оперы. Персонажи между собой разговаривали, были диалоги и дальше. Да? Поэтому, конечно, это не совсем опера, как мы знаем. Опера на итальянском языке он написал по традициям, конечно, с речитативами, которые были аккомпанированы с клавесином. Да? Все остальное было игра. А следующая ария, которую мы вам представим, это ария главного персонажа оперы. Ее зовут Констанца. Очень красивая девушка. Тогда была очень популярна. Даже Россини, если вы знаете, он написал «Итальянка в Алжире», «Турк в Италии». Да, была очень популярна писать такие оперы, где персонажи, которые не совсем были из этой страны, они застряли там. И какие-то, конечно, приключения, так же, как итальянцы в России. Да, это я. Вот в принципе то же самое. «Похищение Сераля» вот представляет две девушки, не только одна, Констанца и Блонди. Блонди напоминает нам блондинкой, в самом деле ее очень, очень часто, да, представляют как блондинка. Вот такая чуть-чуть как-то не совсем умная, но хитрая. А Констанца такая. Верна, такая очень организована. Вот. Ария, которую поет Назия Аминева, наша солистка, это одна из самых трудных арий, которые когда-либо были написаны. Не только Моцарт, да, все композиторы, возможно. Вы услышите сразу, что есть очень много быстрых движений, да, которые, конечно, должны быть идеально. Итак, ария Констанцы из оперы «Похищение Сераля», наша солистка сегодня Назия. Thank you.
Так же, как «Похищение Сераля», следующая опера, которую мы представляем вам, «Дон Джованни», была написана сначала для Вены, но премьера состоялась в Праге. В самом деле, был такой театр в Вене, назывался «Бургтеатр», то есть городской театр. Мне не интересно, чем звучит на немецком языке, когда переводишь, но знаете, когда я был маленький, мне показалось, что я не знал русский язык, конечно. Большой театр в Москве. Я думал, что такое большой. Потом просто обнаружил, что это просто большой. Да? И чуть-чуть как-то пропало чудо. Ну, что это ну, известные имена, да, название театра. В Варшаве тоже называется Великий театр. Великий, большой. Ну, вот, а в Вене называется «Бургтеатр». Первая опера, которую мы показали, была написана, это самая ранняя из четырех опер, которые мы сегодня для вас играем. Это было написано в 1782 году. «Дон Джованни» — это 87 год. Это уже итальянская опера, уже, возможно, 20-я опера на итальянском языке, которую Моцарт написал, но это очень такая особенная опера. Почему? Потому что Моцарт написал три оперы совместно с либреттистом Да Понте. Это «Свадьба Фигаро», которую мы тоже будем для вас играть сегодня. Куски, конечно, не целиком. Целиком это почти 4 часа. Знаете, как шутят, да? Что это такое опера? Это такая вещь, когда ты уверен, что прошли 2 часа, ты смотришь на часы и только 15 минут прошло. Вот. Но это особенно, когда Вагнера играют, да, когда Моцарт играет, это более или менее совпадает. Может быть, 2 часа, 1.5 часа. Дон Джованни и Моцарт и Да Понте, они очень сильно работали. «Свадьба Фигаро», «Дон Джованни» и «Così fan tutte». Так поступают все женщины, так переводят на русском языке. И, конечно, Да Понте был мастером, либреттистом. И они очень-очень друг друга понимали, поэтому, конечно, Моцарт, который очень хорошо разговаривал на итальянском языке, в юности он учился в Болонье, это тот самый город, где придумали соус болоньезе, который, наверное, вы часто употребляете. Да. Лазанья там тоже соус болоньезе. Вот это такой город, где великий Моцарт учился, когда еще был маленький, 14 лет, 15, не больше. Там преподавал такой Падре Мартини, отец Мартини, который был, конечно, священник, но великий музыкант. У него учились даже предки Пуччини, известного итальянского композитора. Вот и Дон Джованни. Дон Джованни, конечно, мы знаем, кто это такой. Это, ну, такой мужчина, который очень сильно заинтересован, да, в разных девушек. Сегодня для нас Тигри Бажакинца, один из наших солистов, будет петь знаменитую арию, которая по-русски называется «Ария с шампанским», хотя на итальянском языке он говорит о вина. Да, ну, вино и шампанское, они похожи друг на друга, чуть более интересные, да, шампанское.
Первое, что мы играем для вас, это, конечно, овертюра, где сразу услышим музыка, которая будет в самом конце оперы, да, где командир, который являлся в жизни отцом Донны Анны, тоже главный персонаж нашей оперы, вернется, да, как памятник, ну, живой памятник, он двигается. Да. Дон Джованни, шутя, он пригласил его на ужин, а тот пришел, прикиньте. Да. Дон Джованни совсем не ожидал. Да. Поворот судьбы. И, конечно, Дон Джованни как-то начал понять, что вот дела плохие. Вот. Вы услышите такую музыку в начале. Дальше идут арии двух персонажей, которые тоже являются главными. Это Донна Анна и ее любовник. Это Дон Оттавио тенор, который поет Клим Тихонов. И, конечно, в конце нашего первого отделения вы услышите дуэт, знаменитый дуэт Церлины и Дона Джованни. Это дуэт, где Дон Джованни очередной раз увидел красивую девушку и хотел ее как-то для себя. Да. Он пытается ее уговорить, она сначала не хочет, потому что у нее есть уже молодой человек. Но она понимает, что Дон Джованни чуть-чуть имеет больше денег, чем молодого человека, который уже есть. И в конце концов она думала, ну и ладно. Вот такая история. То, что происходит вообще в жизни. Да? Так что сначала овертюра, а потом думаю, что помогут оттуда объявлять другие номера. Спасибо.
Камнева. Thank you.
Жакин. Festa,
Клим Тихонов и Назия Аминева. Date nuove aiuto.
просто вам сказать, что Назья героически поет, потому что обычно сопрано, которые поют Церлина и Донна Анна, как она только что спела, да, пела ария и дуэт, это совершенно разные сопрано, да? Поэтому это более лирический сопрано, а Церлина обычно это колоратурный сопрано, то, что да, такие голоса маленькие, такие, да, полетные и так далее. Поэтому надо ей дать должное, что она поет и то, и другое. Это очень-очень важно. Они сейчас вернутся. Тот самый дуэт, о котором я вам рассказывал. Дон Джованни после того, что да, говорил о том, что ну вот пока они пьяные там, он просит помощника, да? Лепорейна его зовут. Он просит, давай, забери, ну, десятку, ну, двадцатку, девчонки. Я хочу, чтобы список мой, на завтра мой список был, увеличился на 10 штук. 10 девушек. Такой, ну, уникальный человек. Вот, и так Церлина и Дон Джованни.
Для вас звучит увертюра из оперы «Свадьба Фигаро». Исполняет Ульяновский государственный академический симфонический оркестр губернаторский. Главный приглашенный дирижер – маэстро Фабио Мастранджело. Фигаро, «Ле ноцци ди Фигаро» – это опера на итальянском языке.
Та опера, которую Моцарт писал, это первая опера, которую он написал совместно с Дабонте, тот самый либретист, с которым он писал и Дон Джованни, и Кози фан Тут. Это первая, она состоялась 4 года после того, что он написал «Похищение Сераля» в 1786 году, в том самом Бургтеатре Вене, где должна была быть премьера Дон Джованни, которая состоялась, наоборот, в Праге. Опера интересна, потому что кто знает из вас Барбьери де Севилья, да, севильский цирюльник, понимает, что персонажи те же. То есть это чуть-чуть позже. Граф, который сейчас услышит в интерпретации Игоря Бажакина, это тот самый Альмавива, который у Россини бывает тенор, такой лирический тенор. И Фигаро его поможет очень сильно, да, потому что он хотел жениться на Розине. И, конечно, ну, там были несколько проблем. Фигаро очень сильно помог. Видимо, Альмавива забывает об этом, потому что когда придет очередь Фигаро жениться, да, женить по Фигаро, Леноци и Фигаро, граф как-то думает, что нет, ну смотри, у него Сузанна очень красивая, надо с ней что-нибудь придумать. Да? Но это не очень красиво, согласитесь. Как? Фигаро очень сильно помог, когда ему понадобилось с Розиной, да, историю любви начинать. А вот тот самый начинает мешать. Конечно, Сузанна, как многие молодые женщины в Италии, очень хитрая, хотя, конечно, опера не в Италии. Фигаро это Испания. Да? Ну, конечно, Моцарт думал о итальянских девушках, когда написал роли Сузанны. Итак, мы сегодня услышим и арию графа. Это ария, когда он очень сильно возмутился о том, что вот его разыграют. И он очень сильно как-то раздражен. И он, это ария, которая называется ария фуриоза по-итальянски. То есть это ария раздраженная. Да, вы услышите. Очень сильные речитативы, очень сильные слова. Жалко, что вы не понимаете итальянский язык. Получили бы огромное удовольствие от текста. И после арии графа мы услышим арию Сузанны. У Сузанны несколько арий во время оперы. Это последняя из всех арий, которые она поет. И ну, там большая игра получилась, потому что в самом деле Сузанна – это помощница та самая Розина, которая, да, с которой Альмавива познакомился благодаря Фигаро раньше. Да? И они дружат. Сузанна, Сузанна говорит, давай переоденемся, ты одеваешься как я, и я как ты. И вот граф думает, что это Сузанна, и он ей говорит огромные слова любви, а это оказалось жена. Да, подумайте, как. Ну вот он в конце концов, конечно, жена говорит, ну ладно, я тебя как-то прощаю, Бог прощает, я тебя прощаю. И вот, и все закончится хорошо. Так, Тигри Бажакин, ария графа Альмавива, и потом Назия Аминева будет петь Сузан. Ай, ча винта ла пауза, коза сенту, ин колла ча ио катеа. Sentenza sarà. Pazzei pagasse la vecchia pretendente, pagando in qual maniera. E poi v'Antonio che l'incognito figlia ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di queste mentecatto, tutta ciò
Россини, Тигри поет Фигаро. Так что, видите, там он Фигаро, здесь он там. И то, и то. Thank you.
Следующий блок состоится из последнего, который Моцарт написал в последнем годе его жизни, 1791 год. Это опера «Флауто Маджико», да, «Волшебная флейта». И это еще одна опера на немецком языке. Почему Моцарт писал последнюю? Ну, конечно, бедный не знал, что скоро умрет. Но тем не менее, интересно, что в одном году он написал реквием, да, на латинском языке, и опера на немецком языке. То есть, с одной стороны, совершенно другая жизнь, и с другой стороны, такая религиозная жизнь, да, реквием. Кто-то говорит, что реквием это стал поводом его смерти. Мы не знаем, конечно. Говорят, что Сальери его отравил. Я не думаю, что никого. У Сальери была очень хорошая собственная карьера. Они были коллеги, они оба были масонами. И не только они. Эммануэль Шиханедер, который являлся либреттистом, и не только. Он строил театр, где состоялась премьера «Волшебной флейты». Театр называется «Андервин», потому что был не в центре, да? Андервин. Это театр, который потом стал очень известным, потому что даже Людвиг ван Бетховен давал там премьеры его симфоний. Да? Первый, второй, четвертый, пятый симфоний состоялись. А как все оперы, которые Моцарт раньше написал, Моцарт сам дирижировал премьеры этой оперы. Она была в сентябре 91 года, по-моему, 30 сентября. Или 29. И Шиханедер не только был строитель театра, он еще был либреттистом и еще пел Папагейно. Папагейно – это очень интересная фигура в этой опере. Это птица. Да? Опера чуть-чуть такая, специфическая. Да? Даже не опера, это Зингспиль, как я вам раньше сказал по поводу похищения Сирали. То есть есть диалоги и так далее. Кто знает, что такое масонство, понимает, что это опера, которая в принципе, да, описывает все подробности масонской жизни. Да? Потому что Томмино, который, да, влюбился в Памины, он проходит через ряд испытаний, чтобы получить в конце, да, девушку. И в этом поможет Зарастро, к сожалению, с нами сегодня. Нет, Зарастро. Зарастро – это бас. Очень тоже две очень красивые арии. Сожалею, что не можем вам представить сегодня на будущее. И вот, знаете, схема практически всех опер, которые были написаны, это такая схема. Тенор любит сопрано или сопрано любит тенор, и баритон мешает. В этот раз баритон не мешает. Мешает мамаша. Мамаша – это царица ночи, да, та самая, это па-па-пи-па-пи-па-пи-па-па-пи-па-пи-па-пи. Очень, очень сложная ария, кстати. Она, это, вот, не знаю, если Констанца или царица ночи – это самая сложная ария, которую Моцарт написал. Вот оба на немецком языке, обе арии на немецком языке, и Зюша у нас поет и то, и другая, и та, и другая ария. Ну, сегодня только Констанца. Вот, мы представляем вам симфонию, то есть овертюра из «Волшебной флейты». И потом несколько арий. Томмино, Папагейно, еще что-то. Еще дуэт. Так что, надеюсь, что наша программа вам понравилась. И жду вас, конечно, на следующем году, на нашем третьем Моцартовском фестивале. Thank you.
Бажакин. Клим Тихонов. Thank you.
Papageno stone. Vielleicht selber mir noch schon, vielleicht ist sie mit ihm zu gehen, vielleicht, vielleicht, für mich denn noch zu gehen, für mich denn noch zu gehen, für mich denn noch zu gehen. Звучит дуэт Папагены и Папагено. Солисты Назия Аминева и Тигрей Бажакин. Papageno, 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 papage